Маленький Льюис мечтал найти семью. Должны же они где-то быть. И чудо случилось. А что это? Куда мы? Айда, в будущее. Где его уже ждут родные. Если уж семью, то только такую, как ваша. Ты должен вернуться в свое время. Кто украл машину времени и как он доберется домой? В гости к Робинсонам в воскресенье на 31-м.